История про молодом художнике, который ввязывается в авантюру, дабы заработать денег на жизнь. Заканчивается все тем, что он становится миллионером. Я просто играю служанку, простую девушку, которая приехала из небольшого совсем городка. Вот. Но в конце оказывается, что она способна всех провести и помочь как раз-таки главному герою разобраться с его жизненными трудностями. Такой жанр, как водевиль, немножечко подзабыт и зрителям, и драматургами. А вот эта вот история, которая французская, Клода Манье, это очень актуально, даже злободневно, когда вот существуя в этих каменных джунглях, не потерять себя, не потерять свое лицо, да, не втянуться в эти авантюры, которые заставляют тебя идти на какие-то подкупы совестью, с аморальным поведением. Я думаю, что это очень сейчас нужно об этом поговорить. В жанре такой легкой комедии, комедии положений. Хочется, чтобы вы разделили эту радость с нами 9 и 10 мая в 18:00. Ждем вас на премьеру. Сергей Кизоркин, Николай Пифанов. События.